Итак, у вас 30 секунд, пожалуйста. Несомненно, кто? А. Анатолий Вассерман. Ну хорошо. Ладно, я... Несомненно. Спасибо вам за такой ответ. Очень мне помогли. На вопрос, кто из знатоков не был мастером в российской версии ТВ-игры «Погоня»? Анатолий Вассерман, да? 100%. Спасибо, Динамо, Борис. Стараются использовать в политических программах, а не в игровых. Да, он политический эксперт. Он кретин. Почему это? Если вам это не очевидно, то с вами тоже дело плохо. Ответ готов. Ну... Я ручаюсь вам, что ответ правильный. Да, интересно. Ну, конечно же, я доверюсь эрудиту, тем более такому, как Борис Бурда, и отвечу Анатолию Вассерману. Окончательно, да? Окончательно. Ответ принят.